Здорово, дружище! Я, короче, нашел офигенную идею по тому, как я, наконец, смогу победить не засмейся челленджа. Если вы не видите мой смех, то его нету, правильно? Поэтому погнали побеждать. Сегодня посмотрим корпорацию зла, я надеюсь, вам понравится, поехали. Ты новый выпуск. Кузов из высокопрочной стали. Типа, новый выпуск не в тему, какого хера лама находится в автобусе? Ну то есть, да, у меня всегда так бывает, каждый день езжу на ламе в автобусе. Кузов из высокопрочной стали. Все это уже в базовой комплектации Лада Веста. Потому что мы знаем нашу страну. Мне нравится, да. What the fuck? Спит с моей женой. Что у этого мужика за взгляд? И чё? Ну, уснул мужик, ну и пусть. Все ясно. This was a good Christmas. Вот это жизненно! Вот это жизненно! Чисто парню подарили носки, девушке родители подарили машину. Ну, конечно... Моя мечта сбылась. Самокат? Моя мечта. Это точно не твоя машина. Я выспался. Я так и знал. Даже колбаска отжигает лучше меня. 100 килограмм штукатурки, а, ну это я видел. Мило. Только напугать ее, унизить, оставить душевный шрам на всю жизнь. Я не хотел сделать ей больно. Она еще дышит. Делай искусственное дыхание. Это вот я черчение так сдавал. Похлопаем. Похлопайте ему. Идите, посмотрите. Ну. А? Перестрелка, прячьтесь! Прикинь, прикинь, вот у тебя такая птица заведется. У меня, сука, соседи такие же, блядь, ненавижу их. Не бейте, пожалуйста. Так, и чё? Собачка сидит. А, ну да. Говорит, я джентльмен, я тебе помогу. Все, расслабься, я тебе помогу. Бойфренд. Ну да. Он воюет с кем-то, походу невидимые. Тош, ты хотя бы выиграл? А? Ты хотя бы выиграл? Немножко. Тоже хочу. Блин, давай развлекаться. Блять, да вообще офигенные! Что-то застряло! Блять, оно застряло! Нет, 18 плюс дадут! Что происходит на этом VR-чате? Я уже боюсь туда заходить. Давай, собака, залезь туда! Залезь! Хорош! Молодец, собака! Молодец, догадалась. Умнее хозяев. Оп, все, назад пошел. В жопу вас хозяева, я пойду обратно. Красава. Дрессировал собаку, чтобы она вот это вот провернула. Я не смеялся, если что. Кто первый дотронуться до стены. Народная мудрость гласит: 7 раз отмерь, 3 раз проебись. Да. Вот второй, а вот и третий. С третьего раза попал. Происки темных сил. Это вот чисто, да, чисто наша жизнь.
Нет, мужик, прекрати! Бля, все, он потерялся уже. Да ты посмотри на него, он уже все, он теряется. Да ладно. Да ну хорош! Голова есть, ума не надо. Минус мужик просто. Здесь могла быть шутка про тренды Ютуба, но не будет. Два повара. Удалось! Молодчина. Она попросила открыть баночку Бондюэль. С кукурузой. Так, нормально. Я ей говорю, там есть открывашка. Есть. Она покопалась, что-то сделала. Но как можно настолько быть тупой, чтобы открыть... Ну так открыла же! Ой. Открыла же! Папа, это вам не мама. Смотря в какой семье. Смотря в какой. Чувствуешь по его лицу, насколько это все нехорошо. Не и тому попали! Мгновенная карма. Нет! А, все, окей, спокойно. Все нормально. Зачем эта песька там именно легла? Вот собаке лечь больше нет. Зачем она легла именно там? Я также могу. Я даже лучше могу. Смотри, как я могу. Да. Да. Опа, музыка из народа. Нихера! Вау! Ты посмотри, что этот блохастый творит. Давай, давай, давай! А он не чувствует, что удар сзади идет, не спереди? Нет, что-то мужик не очень смарт. А, вот, почувствовал, почувствовал, почувствовал. И забил. В смысле? Да как так можно? Как можно не понять? Пучится, старается, старается, так видишь? Я даже куплю экскурсию по городу. Как это так? Там же детей убивать нельзя. Ну ладно. Поцелуй. Понятно. Понятно, чем занимаются на ТикТоке, но все ясно. Как блатные заходят в хату. Ну-ка. Розы гибнут на газонах. Понятно. Сразу видно, кто из них слушает шансон, а кто из них слушает что-то другое. Полоски, три полоски, три полоски, три полоски. What the fuck? Три полоски, три полоски. Солдат кроссовки, Адидас кроссовки. Типичные тиммейты. О, да! Даун в катке просто, да. Вот это жизненно. Прощай, братишка. What the fuck? Rocco's at it again, training. Он готовится, чтобы тебе ебало начистить. Смотри. All night in the boxing bag. Он еще так хорош, слышь? С ног так в лед делает. Минус женщина, она заболела, все, скоро, каюк. Блин, собачке ж холодно. Или может, может это просто у собаки маленький дятел завелся во рту, и он стучит. В смысле? Что это было? Хочу в туалет. Так. А поссать?
Долой его нахер, потом. Круто. Круто. Но вот почему-то мне кажется, если бы это было в России, нашли бы как сломать. Шарики в руке. Жизненно. Тебе два. Да. Смотри внимательно, выиграешь обязательно. Один шарик у меня, один шарик у тебя. Крепко зажимаешь, поднимаешь выше. Держу. Сколько у меня? Один. И у тебя сколько? Один. Но он забрал его, не? Я-то чувствую. О, два! Вау! Сейчас теперь держи крепко их в двух ладонях. Ну я думаю, что у него в этой руке был еще один шарик, наверное, да? И он его положил, а в кармане у него другой шарик, и он его вот сейчас достал, может быть так. Ну. Просто нет, о приятном думать. Да. О чем думаешь, можешь сказать всем или нет? Нет. Сосредоточься. Растут. Давай быстрее. Ты о приятном думаешь? Там растет в руках? Растет. Давай посмотрим, что растет. Выросло, мне кажется. Вырос? Я знаю. Ждешь. Понятно. Ну, неплохо, неплохо. Но, как ты видишь, я не засмеялся. Видишь, это было нетрудно. Все, что нужно было, это просто собраться, и я смог. Ладно, я надеюсь, тебе понравилось. Если тебе понравилось, подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Так как эта победа сразу преодолена, так я делать, скорее всего, больше не буду. Хотя сейчас в комментариях... Ой, да, лучше маску одень, меньше своего лица, больше лайков. Я надеюсь, тебе понравилось, подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Увидимся с тобой в следующих сериях. Пока-пока-пока. До скорого. Удачи.